Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня тоска. Негативно окрашенная эмоция. Это тяжелое состояние человека. Гнетущее состояние, либо гнетущее чувство. Это неудовлетворенность жизнью, либо чем-то. Ну, у человека всегда плохое настроение, которое приводит к чему? К депрессии. Понятно, да? У человека нарушается самочувствие, ну и жизненные краски приобретают негативный характер. Что необходимо делать в этом случае? Нужно гнать это состояние. И чем дальше вы его отгоните от себя, тем тяжелее этому состоянию будет опять вернуться к вам. Но если вы уже впустили это состояние, попили с ним чаёк, кофе, познакомились с ним, уже начали с ним дружить с этим состоянием, то помните, вы сделали большую ошибку. Почему? Потому что вы впустили эту энергию в себя. Что необходимо делать? Необходимо просто-напросто, мы еще раз повторимся, гнать это состояние. Акупунктура здесь в помощь. Почему? Потому что человек своими мыслями, а сейчас модно говорить у нас, что мысли материальны, вот они и создали вам эту материю. Чтобы вы не создали эту материю, вам эти мысли нужно гнать. Сосудистая система и меридиан перикарда контролируют наши с вами сосуды, по которым движутся, как бы верите в это, не верите, наши с вами мысли движутся. И точка МС-9 Джунчун нам в помощь. Данная точка расслабляет это состояние тоски, убирает эту энергию. Понятно? Одна точка не решит эту всю проблему, сразу говорю. Здесь большая проблема в самом человеке, который впускает эту энергию. Поэтому первозадачей нужно что? Гнать эту энергию. Вот и все, это состояние. Плохое настроение? Да поедь ты в город, там пройдись просто. Хочется чего-то сладкого? Пойди купи сладкое, тортик поешь этот. Он будет намного полезен, чем вы впустите эту энергию. Эта депрессия завладеет человеком, и потом пойдут еще куда-то суицидальные мысли или еще что-нибудь. Поэтому помните, данная точка МС-9 Джунчун, к расслаблению нужно ее массажными движениями активизировать. К расслаблению. И человеку самому нужно научиться, что расслабляться. Помните, энергия никогда не придет в тот, скажем так, мир человека, если он расслабленный, если он постоянно обновляется. Она именно будет в том мире присутствовать, если человек не будет себя что вычищать, убирать, расслаблять. Запомните, из расслабленного тела уходит энергия. В напряженном теле напряжение находится. Напряжение, как в розетке 220. Поэтому данная точка МС-9 Джунчун что? Расслабляется. Спасибо за внимание.